Привет, зритель, как тебе это платье? За 700 рублей купила тут... Ну, короче, магазин закрылся, потому что поднялась аренда, и вот распродажа того, что есть, почти за полцены. Ну, чуть больше, чем за полцены, ну, скажем так, за 2/3 от цены. Тут вот ремешок есть такой. А я его разрезу, да, надо сначала, наверное, повернуться к тебе. Оно льняное, я хотела себе на лето такое длинное платье. Правда, оно без кармашков. Но оно клевое, льняное, длинное платье. Там еще есть подъюбник. Такой вот подъюбник. Чисто такой подъюбник. Но он, конечно, не льняной, это так какая-то хренотень. Возможно, даже синтетическая. Не знаю, может, без поясочка-то как-то оно не особо. Но есть вот поясочек, он такой широкий. Я вся такая воздушная, сейчас только что записала ролик про чай. Такой не очень свойственный для себя, скажем так, атмосфере. Ух ты, я увидела, тут тоже такой, правда, не подъюбник, я не знаю, как это называется. Ну, в общем, оно вот так вот это. Дополнительная подкладка, наверное. Клевое такое платье. Еще у меня еще есть халат, который я тогда купила, но ничего никак не обозрю. Я даже не вспомню, куда я его положила, поэтому я тебе просто покажу это платье. Я вспомнила, что, кажется, я ничего не обозревала весеннюю обувь, и если тебе надо, зритель, дай знать в комменты, я завтра в деревню еду, а потом постараюсь на неделю записать и до конца мая смонтировать, а то я тут что-то всю неделю пишу видео и никак его не смонтирую. Опять снова копится. И я еще никак не запишу этот обзор про, как я там экономлю или что-то от меня там хотели. Но оно мне очень нравится, это платье. Здесь вот все спина закрытая. Вот здесь небольшой такой вырез. Можно одевать, даже не снимая очки. Ну, можно лучше снять, конечно, очки. Тут такие, как бы, рюшечки. Оно местами, как вот с такими... Ну, короче, очень красивое такое вот. И вот так вот, и вот так вот, и с вышивкой. Пум, пум. Почти до пят. Зрители, если тебе нравится, дай знать в комментах. А если не нравится, тоже можешь сказать, типа, Лёля, ты такая жирная, ты так располнела, йо-йо-йо. Или наоборот, что-то в этом роде. Короче, движ какой-то в комментах, давай. Если я сделала до конца сей маленький ролик. Ай, спасибо тебе, зритель. Пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.